Здравствуйте, горячая линия штаба волонтеров по помощи пожилым и маломобильным гражданам. Меня зовут Земфира, чем я могу вам помочь? Самарские волонтеры спешат на помощь. Город присоединился к всероссийской акции «Мы вместе». В колл-центре работают десятки добровольцев, чтобы вовремя помочь тем, кто находится в самоизоляции. За смену операторы принимают 50 звонков. Пожилые и маломобильные люди просят купить продукты, лекарства, а также просят ответить на интересующие вопросы. Вопросы самые различные, от симптомов коронавируса до того, как работают бани, когда откроются различные заведения. По всей имеющейся информации можем проконсультировать. Все обращения направляют во внутригородские районы, где созданы филиалы городского штаба, откуда добровольцы оперативно доставляют заказы. Также волонтеры могут помочь оплатить услуги ЖКХ. Волонтер может взять наличные средства у человека и через свой телефон здесь же провести платеж, если это необходимо, показать все чеки. Обязательно все чеки предоставляются самому человеку. Нам волонтеры обязательно фотографируют все этапы проведения операции. При обращении на горячую линию человеку сообщают номер заявки. Его нужно запомнить и записать. Чтобы обезопасить себя от возможных мошенников, необходимо удостовериться, что у волонтера есть специальный бейдж и документ, удостоверяющий личность. Кроме того, придя по адресу, волонтер обязан сообщить заявителю номер обращения. Оставить заявку на горячую линию можно по телефону 998-6707 с 8 утра до 20 часов ежедневно, в том числе и в выходные дни. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов. События.